17 февраля выбрал сын. От кого эти? Выхожу из дома. Ну, а можно мне известиться, пожалуйста? 10 часов вечера. Что ты скажешь свою проблему? Надеюсь, малыш будет с красным характером. Я тут плакала. Ура, мы дома. Мама в хорошем настроении. Очень расплакался. Распаковки нынче вот такие. Я сегодня поспала почти 4 часа. Цветочный рай. Я устала и хочу спать. Гречишные штучки. Потому что начались роды, но что-то пошло в моменте не так. Это сос, я думаю. Счастливая мама, счастливый дед. Ну как доброе? У тебя доброе утро? У меня доброе, у меня сын есть. Интересно, конечно. Цветы. Дим вчера Дуну привез. Так, время 9 утра. Я ночью спала 3 часа. Дима спал. Вот сейчас полтора. Вот хочу сходить, взвеситься. Еще давление должно прийти измерить. У нас сегодня день выписки. Ура! Давайте взвесимся, посмотрим. Здрасте. А можно мне взвеситься, пожалуйста? Да, да, да. Так, а что нужно нажать? Ага. Спасибо. А, мне нужно еще... А, ну ладно. Девочки там расписание составляют. 59,2. Что это такое? Хотя бы пятерка первая. Ну что, как думаешь, сколько я вешу? 59,2. А сегодня какой день? Пятый день. 59,2. Ну, неплохо. Еще всего-то 7 килограмм. Ой, сейчас плакать начну. Я вчера в Азбуке Вкуса. Это мои любимые гречишные штучки. Купила такой мармелад. Очень-очень вкусный. Советую. Советую вам, друзья мои. Так, у нас сегодня выписка. Сейчас я буду. Он какой хорошенький. Такой хорошенький. Буду собираться. Просыпаться. Ой, сегодня столько всего. Сегодня куча обходов, блин, будет при выписке. Ну что? От кого эти красавчики? Как думаете? Ой, ну цветы просто улет. Розы еще и розовые. Сейчас открою, покажу вам, покажу. Такие вот цветулечки. А что ты не сказал, что это от тебя? Я ж 5 раз спросила. Сюрприз. Хорошо, что ты не сказал сейчас. Сюрприз. Сюрприз. Так, сейчас поставим их. Ой. Дуна наша. Пойдемте скорее мужа целовать. И, кстати, влог «Жалуюсь на мужа» очень популярен, хочу тебе сказать, Дима. Могу пожаловаться снова. Человек просто. А что? Вот пускай подписчики, как ты мне говоришь, спроси своих подписчиков, не обращай внимания, мне просто все болит. Чтобы вы понимали, отправила вчера домой. Его не было час. Был список дел, что нужно взять, что нужно сделать. Я бы управила за 7 минут. Его не было. Он час это все делал. Час это делал, и в итоге... Чтобы вы понимали, он сложил грязный шопер, вещи ребенка, мои носки, одежду, все подряд вместе. На вопрос, зачем он это сделал, он сказал, я не подумал. О, Господи, я каждый раз удивляюсь и прям поражаюсь, если честно, способностям своего мужа. Вот вы бы додумались, что у ребенка нулевой иммунитет и сложить носки грязный с бодиком, который на чистое тело.
Что ты скажешь свое оправдание? Ну, быстрее. Без комментариев. Как обычно. Так, я поела остатки. Это вкус вилл, это я показывала, в азбуке взяла. Голубика. Что тут у нас еще? Чай пила. Вот, сейчас человека покормлю. Сначала поп помою, потом человека покормлю. Дима поест, и потом буду мачу пить. Потому что будет время. Время с собой. Мы вчера заказали в азбуке вкуса, кстати, подарки. Он Дима привез вино. Всякие конфеты взяла, такие прикольные. Такие вот. У меня есть просто врач. Акушерка, она такая. Супер хелфи. Я не знала, что взять. Решила взять эти сухофрукты в пакетике. Вот счастье, конечно же, конфеточки. Вот такие. Что-то, мне кажется, я их себе оставлю. Там вино китайское. Я не доразбирала. Здесь чай вот такой красивый китайский. В таких коробках мы привезли в подарки. А вот эти пакетики всякие, там санитарка. Ну что это там? Тихо, тут томат. Я томат, всем рад. Значит, была врач, мы сегодня записываемся сейчас уже. Ну, не прям сейчас мне отправили. Поляна накрыта, я только кормила. Приходила врач, я выписку мне принесла, и оказывается, я почему-то думала, вот у нас, то, что настается мне кесарю, настолько все задурманено, что как-то вот хотя бы можно все это узнать, можно все это прочитать и спросить. Оказывается, у меня было излитие вод, то есть и схватки, то есть у меня начался процесс, но воды пошли с крови. То есть что-то пошло не так, мы ждем плаценту, чтобы узнать что, но сам факт того, что этот день, 17 февраля, выбрал сын. То есть это экстренно не приехали и надо резать, а это экстренно, потому что начались роды, но что-то пошло в моменте не так. И было принято решение экстренно кесарить. То есть он, грубо говоря, сынок был готов. Он там сгруппировался и ждал, пока он выйдет. И это как бальзам на душу, да? Я очень рада. Она мне сказала, я прям сразу очень расплачусь. Я прям сразу обрадовалась. Время 8 вечера. Извините, мы до сих пор не выехали. Собираю вещи. У меня тут просто апокалипсис. Разобрала Дуну. Цветы надо будет еще забрать. Это подарочек был. Тут все собрала. Сейчас в зале дособирают. Нам, кстати, огромный рюкзак подарили в роддоме. Тут еще была от кенгуру подарок. Я, наверное, если вспомню, расскажу. Если нет, то не расскажу. Думаем, одевать ли его в вот этот комбез теплый. Потому что мы поедем обратно на бизнесе. И я вот думаю, может быть... Ой, давай в кенгуру и положим как раз-таки бровинцы. Он большой. Вот, и я думаю, как раз этот... Что я говорила? Ага. Ага, спасибо большое. Что я думала? Думала как раз, что ты сказала. А да, это про что я говорю? А, мы поедем на бизнесе, просто попросим печку включить, поедем в тепле. А там, считайте, дойти до машины, выйти из машины. Вот. Мы, кстати, доплатили вообще копейки, получилось, да? Я думала, будет больше, потому что меня в итоге же прокисарили. Вот, еще мне кололи кучу всяких там штук. И делали многие всяких манипуляций, я как-нибудь об этом расскажу еще. У нас тут приключение называется «Поездка домой». Просто кошмар. Как дела? Храпит мой зойчик. Просто выселение. Во сколько? Сколько там времени? 9? 10 часов вечера. Хорошо, что многие цветы не заказали мне. Не представляю сейчас, ну как вести все это, вести сейчас. Ой, вот это квест будет, конечно. Ура, мы дома. Халат. Всеми любимый, не знаю, нет. Я сейчас буду есть кашу, нам сейчас приедет характер. Я сегодня поспала почти 4 часа, но с перерывами, конечно же. Не думайте, что я сплю целиком 4 часа. Это типа происходит так, что я сплю 2, потом там отпускает меня Дима 1,5, вот так вот мы спим. Вот, он спит, когда я кормлю, я сплю, когда он с ним после кормления сидит. Вот, дома, конечно, хорошо, куча белья, все стирается, вон там лежит кокон, у нас куча неразобранных вещей, у меня даже цветы, просто чтобы вы понимали, лежат в прихожей и без вазы.
потому что мы вчера поздно приехали. А, боже, мы вчера ехали в такси, и я хотела снять, но я просто не смогла. Мы ехали же в Дуне в первый раз. До этого мы туда не садились. Надо, блин, такое упущение, конечно. Во-первых, мы холодно, в куртке он не залазит. Господи, как тяжело рожать детей зимой. Почему нельзя одеть ему футболку и просто засунуть его туда? Короче, это был просто квест. Он вначале плакал минут 20 и просто реально безостановочно. И я никак не могла его успокоить. Нашла единственный способ. Я ему палец через комбинезон дала, и он посасывал, потому что у нас нет соски. Я не очень хотела покупать ему соску, а сейчас думаю, что, наверное, надо. Вот, не знаю, пока не приняла решение еще насчет соски. Что вы, может, мне что-то посоветуете? Хотя я смотрю, так вроде все об этом отучают спокойно от сосок. Ничего в этом нет, никаких проблем. В общем, так вот. Дима развлекает сына. У нас сейчас нужно перестроиться. Хочется сделать минут 15 бодрствования. Я заказала вкусвилл. Сейчас будем готовить, кушать. Хочется, знаете чего? Хочется тупого супа и вареные рисы и вареных голени из индейки. То есть хочется вообще обычной, простой еды. Потому что мы кушали всякую фигню эти дни. И хочется вот все вареное, пареное. Что вам еще рассказать? Ой, не знаю, выгляжу нормально. Чувствую себя тоже. Может, сегодня... Я вчера матч, по-моему, пила, позавчера все окей было. Сегодня тоже матч выпью. Ой, так вот. Такие новости. Сейчас 15 минут пободрствую, Дима, и можно будет снова кормление и сон. Это хорошо. Но, кстати, не лежит человек в кроватке. И мы вообще не понимаем, что это сделать, потому что мы лежим на подушках. А это нельзя так делать, потому что это очень небезопасно. Особенно, когда мы лежим по 2-3 часа на неокрепший позвоночник ребенка, это нельзя. Вот, так что нужно, короче, нам как-то перелезть в кроватку. Не знаю, как это сделать. Я туда уже что-то положила. Почему я в халате? Я положила туда свою рубашку после кормления. Вот, и мы сейчас туда его положили, чтобы он, короче, к ней привыкал. Ой, все это очень тяжело. Но так классно. Новый этап в этой жизни. Когда ты сходила в душ, счастливая. Так, у меня 4%. Не знаю, успею ли я снять. У меня любимый характер. Поздравляем вас с таким важным днем. Надеюсь, малыш будет прекрасным характером. Так, с любой молодой мамочки, сияй. Тут, скорее всего, цветочки, а тут еда. Сейчас распакую, а очень аккуратно. А потом вам покажу, ладно? Потому что сын спит. Пироги. Соусы сделали отдельно, потому что ребята побоялись, что я авокадо положить даже. Сырники, я очень хотела сырники. Булочка. Да вам вряд ли такой сделают, это спецзаказ. Тут очень много рыбы и даже авокадо. Господи. Как приятно. Спасибо вам, родные. Дай Бог вам здоровья. Много покупателей, клиентов. А ты что скажешь? Очень приятно. Спасибо. Вообще, прям, да. Все, у нас ребенок заплакал. Давайте. А что они тут? Копченое у них такое попадается? Это соус, я думаю. Так, нет, я нет. Не доела. А, это авокадо вот это. Ну да, они сверху просто делают. Вкусно тебе, Дим? А, у меня вообще безумно вкусно. Выберем тебя трусы твои. После роддома, тем более. Да. Это корзиночка. У меня тут мои ритуальчики. Матч сейчас будет. Голени я не буду в матч класть. Сын спит, дает нам энергии на сегодняшний день. Но мы все равно в обед ляжем, да, по очереди.
Это 100%, потому что ночью он все равно будет просыпаться, и ночь будет по-любому бессонная. Так что сейчас покушаем. Я хочу пирог, не могу смочь, просто ужасно. Вот, и потом покормимся, помоемся и спать пойдем. Мы тут пытаемся поспать. Знаете, так забавно с детьми, что одна ночь была... Точнее, один день вчера был такой хороший, бодряком, мы такие все на позитиве. Ну, мы сейчас тоже не должны на позитиве. А вторая... А сегодня что-то вообще как-то с утра, да? Спим плохо, по 20 минут во сне что-то приснилось, мы заплакали, еле успокоили его, не знаю, таракан, наверное, каким-то ему. Вот, пока я спала, пришла доставка. Смотрите, у меня просто цветочный рай. И еще одни вон там за Димой стоят, это от него. Все такие красавчики. Это от, господи, от моего брата родного и его жены, племянников. И от мамулечки. Ой, такие красивые. Вот все меня, боже. Я в цветах, да. Я вообще, на самом деле, я... Когда Дима, например, хочет мне купить цветы, я ему всегда говорю, не покупай, не трать деньги. Но тут такой повод, что я смотрю на них и просто так радостно. Сейчас, кстати, буду их разбирать, подрезать все по этот... Подсобираю. И у меня прикол в том, что нету даже столько ваз. У меня все стоит вот... Вот там еще и в контейнере пластик. А, у нас есть бутылка, кстати, как вариант. Да, мы сейчас, если что, бутылку сделаем. А, не, не будем, она же острая. Ну, в общем, вы поняли. Я в цветах. Такие хорошенькие. Такие красивенькие. Мне очень нравится. Привет, друзья. Да? Да, оставь. Я... Нет, тут плакал. Потому что так тяжело. Я устала и хочу спать. Устала и хочу спать. Ну, что? Записываешь, как это не одевается. На нее? Да. Вообще ничего? Нет, я просто спрашиваю. Голубую можно одеть. Что? А что я говорю? А, ну я, конечно, очень счастлива, что в моей жизни есть такая котлетка. Но тяжело, думала, будет легче. Хотела уже настолько тяжело, что я уже маме писала, что она приехала на 2 дня. Не очень получается стыковаться. Сейчас думаю взять, может быть, себя в руки. И... попробовать еще неделю подержаться. Если не получится, то уже звать маму. Подмогу Диме, говорю, Дима, тебе не жалко маму туда-сюда вот мотать на 2 дня? Я ему говорю, зато мы поспим. Да. Вот она реальность. Я, кстати, из дома не выходила уже с момента, как мы приехали вообще. То есть даже на 2 минутки. Наверное, завтра все-таки выйду. Хоть посмотрю, что там вообще в мире-то творится. Схожу, заберу, наверное, заказ из золотого яблока. Я из дома, говорю, вообще не выходила. Неделю? Да. Ну, не, меньше, мы что-то приехали. Так. Спасибо. Убирай. Привет, друзья. Короче, я... А зачем ты открыл? Я сама хотела. Ну, так там она просто открывается. В общем, заказала конфеты, видно, и счастье. Когда из Азбуки вкуса, когда дарили подарки врачам. И когда увидела их, поняла, что хочу их оставить сама себе. Сейчас будем пробовать конфеты. Короче, я позвонила в поликлинику, заказала нам патронаж. Вот, ждем в течение 3 дней, посмотрим, что скажут. Как у нас вообще вес набирается? Нет, ну, мы... Не знаю насчет веса, но мы вытянулись, скажи, Дим. Угу, мы стали все длиннее. Вот, мы юные баскетболисты. Вам привет. Привет, скажи, у меня тут носки. Привет, на руках. Да. Короче, мы ночью кормимся, когда я этот... Вот и закончились мои влоги со спящим ребенком. Потом запишу. Весело тебе? Так, у меня еще одна доставка цветов. Вот
такие у нас красавчики. Ой, там еще открыточка. Ой, смотрите, как красиво. Надо сохранить. Так. Ух ты. Тут, правда, тарелка мужа некрасивая. Мы сейчас ее быстренько уберем. Извините. Смотрите, как красиво. Боже, как много решает. Пахнет как. Сейчас поставлю. Красотища. Шур, спасибо тебе большое. Тюльпанчики такие нежные. Я сделала патчи. А это значит, что мама в хорошем настроении. Даже выспалась. Хожу вот в бандаже. Видно, не знаю. Дима смотрит какое-то кино с Джеки Чаном и укачал сына. У нас сырка, ой, сырка, стирка каждодневная, безостановочная. У меня, кстати, над швом появился такой, знаете, валик кожный. Он чуть побаливает, и я не понимаю, я тоже фильм застала смотреть. Короче, я не понимаю, нормально это или нет, я еще сегодня посмотрю. И если что, завтра позвоню врачу и узнаю, нормально ли это. Еще чуть-чуть справа побаливает. Блин, ну не знаю, мне кажется, что это нормально, но посмотрим. Я лучше позвоню, узнаю. Просто если я позвоню, узнаю, скажет приедет в больницу, а это 50 минут или час. О, господи, а для нас ехать, то есть я же не могу оставить ребенка с Димой. Мне придется и брать его с собой. А это, конечно, стресс. Так же, как и поездка из роддома была. Все, ладно. Буду доставать белье. Убираться. И что еще? Наслаждаться этим днем. Ну да. Я тут монтирую. Сын спит. Я снимаю влог. Покажешь коробку? Распаковки нынче вот такие. Ну, что там, показывай, принеси. Тебя будет... Нет, уйди. В смысле, принеси продукты, а то будет очень громко. Что тут пришло? А, да, с этого. Это масло. Ты заказала масло для кутикулы, взяла. Попробую. Это сыну. Одну дай. Хочу протирать ему вот этой штучкой все складочки. Две сразу взяла. Ну, естественно, любимые маски. А Дарлинг. Тина, будем подбородок уснать. Взяла такое Саше попробовать. Так, друзья. У нас тут целое событие, во-первых. Вот так смотрите, шуба у не беременной женщины. Во-вторых, я выхожу из дома. Одна. Я иду выкинуть мусор и аптеку. Меня отпустил муж. Я хочу развеяться, хотя сегодня такой хороший день, сын много спит. Мне жена брата подсказала один лайфхак, и у нас прям тут все получается. Со сном в итоге. Я иду выкидывать мусор, и потом в аптеку, и вообще счастливая. Довольно хотела, кстати, поделиться с вами мыслями о том, что так странно, у меня вообще нет ощущения, что я была 9 месяцев беременна. У вас не было такого? Ну, типа, вот уже прошла вторая неделя идет, и вообще, блин, живот почти спал. Так вот, делюсь с вами мыслями своими дальше. Нет такого ощущения. Так странно. Ну, то есть у меня лежит сынок. И я вообще как будто бы... Эти 9 месяцев не было. Вот реально. Хочу сказать, что женщина, конечно, удивительное существо. Как у нас природой все заложено. Что мы можем позволить себе 9 месяцев выносить ребенка. И потом как будто бы ничего не было. Ну, у меня, кажется, последствия на животе. Ну, я и про растяжки. У меня, кстати, еще этот... Болит шов. Точнее, ну, так слегка там что-то покалывает. И на швом из-за того, что живот провисал, так все время появился валик. Мне он вообще не очень нравится. Но я уже решила подождать. У меня через месяц прием. Я пойду к своему врачу. И сына повезу.
Марти. И заодно приведемся. Блин, я на улицу вышла, народ. Как мало нужно для счастья. Сейчас такая приду домой, отдохнувшая. Нагулявшаяся. Что? Мы, кстати, с мужем придержимся того, что счастливая мама, счастливые дети. Ой, тяжело, кстати, течет. Но я в бандаже. Еще у меня до сих пор странная походка. Бандаж так же трясется. Ну что, это все пойдет. Все восстановится обязательно.